Всем доброе утро. Выходные у нас еще продолжаются. Но по идее, вроде завтра еще только выходной. А у нас дети все уже завтра в школу выходят. И Дарина, и Женя с Сашей. Вот интересно, в других регионах как? Алина уже сегодня вышла на учебу. И Андрей сегодня на учебу. Они вчера от Насти уехали. А мы поехали с Василием Владимировичем за мясом. Мясо наберем, фарш, потому что у нас все закончилось. Надо 3 курицы взять. В общем, за мясом едем. Знаете, мы купили мясо, мы сейчас покажем вам. Зашла в Магнит Косметик, тоже покажу, что купила. Вася остался со своими лейками на улице. Я с таким удовольствием походила. С ним вот невозможно на самом деле. Он что, все? Ну что, пошли? Ну что, поехали домой? Ну все, домой. А тут никакой хвост рядом не ходил, мне на мозги не капал. Я купила многое нужное. Магнит Косметик. Ну и идем. Вася говорит, цирк приехал. А я делала репост. Вася говорит, ну так тоже сделай. Когда будет? Я говорю, 5-го, 6-го, 4-5. Ой, мы так смеялись с ним, знаете, так, ходит вот эта вот женщина там. 4-5, 5 утра. И я также не помню с какого, с 6 по 9 или с 5 по 8, что-то такое. В общем, приезжает цирк. Дети, скорее всего, пойдут. Потому что развлечений тут как таковых очень мало у нас. И раз приедет, то сходят. Ну, он где-то тут около. У нас уже гости приехали. Ой, сейчас. Продукты купили. Купили также банки пол-литровые и лейки. Единственное, у нас нету крышек, не смогли найти. Лейки девчонкам взяли. Женя, Саша и Тома. И то было 2 штучки только. Давай я закрою. Так, еще раз за продуктами придется приходить. Да? Ну, я тут один пакетик возьму. Тоже. В нашей семье сколько не бери, все равно все мало, 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 мало. О, Александры Матвеевны, как красиво сирень цветет. Ой, у меня от сирени прям сразу голова начинает болеть. Не могу, когда пахнет. Красивая, конечно. Но все равно. Привет. Скажи привет. Что-то платье тоже из девок. Это мое. Мама, ты какая у нас. Привет, девчонки. Привет. Хорошо отдохнули? Да. Ты же вроде прямой эфир собиралась проводить. Я хочу видео снять. Ага. Сейчас я расскажу. Да можно небольшой прямой эфир провести? Папа. Баба. Баба говорит. Баба. Такая собирается, когда я села. Ну, мы пока собирались, Димка вышел, сели на улицу, сидят в машине. Он за руль ее посадил, она сидит, он курит. Я прихожу, говорю, куда поедем? Она говорит, баба. Баба. Да. Ой, молодец. Нигде не рисуй, только на листочке. Так, все, уходите, а то мы будем сейчас снимать, что мы купили. Да? Ой, такая всегда удивляет. Ой, неужели? Красиво нарисовано. Ах, ты хвостушка мелкая, ты хвостушка. Ага, сумка красивая. Я думала, у нее там телефоны поместятся, туда даже 3 телефона влазит. Да? Ну, как хорошо. Да, там поместился. Папа. А, красиво, красиво. София, София. Мама, папа не говорит, зато баба, да? Да. Ой, какой красиво. Ты умница, мальчик. Баба. А, умница, да. Баба. Баба, да. Баба. Чего так мало? Девчонки просто мясо не достали. Купила я тут 2 килограмма, наверное, куриного фарша. 3 грудки.
2 килограмма голени. Это курица. А здесь мясо. Здесь у нас получается на борщ косточки по 310, по-моему. И мясо. Здесь килограмм 5, наверное, да? Килограмм 5 мяса, свинина. Вот. Мы взяли. Хотим сегодня сделать в автоклаве тушенку. Поэтому увидите, как Вася... Малиновка спортшеф, да? Да, смарт-шеф. Да. В общем, яблоки там всякие разные купили. Яблоки сейчас 120 рублей. Я последний раз брала по 85, сейчас уже 120 везде. Перчатку для вычесывания. У нас была в тюхтете. Кот достал. У меня все в шерсти. Я каждый день вытираю. Он, похоже, лазит у нас везде тут. Не закрывают. Я вчера только вот тут вот все повытирала. Даже вот там вот кругом все в его шерсти. Значит, не люблю так. Почистим его. Да, вот надо его почистить. И будет дома чистить. У нас в тюхтете такая же была. Ну, только это поменьше, как будто как-то огромная вообще была. Вот. Мыло для носков. Кстати, спасибо, кто мне советовал. Очень хорошее. Резинки. Наконец-то. Я постоянно покупаю. Куда вы деваете? Там вообще ни одной резинки нету. Пельмени сейчас сварим, все пообедаем. До этого брала мистер... Как-то как он там? Супер мистер или что? Ржавеют. Взяла вот этих, не знаю, будут ржаветь или не будут. Невозможно, один раз посуду помоешь, и все, и это ржавеет. А это взяла мукалтин. Кашли мы оба никак не можем пройти. Не проходит кашель. Кстати, стояла женщина и потом парень, да? Все покупают, не могут откашляться. Говорит, першит горло. И у нас также. Вот. И Найс взяла. У меня всевозможные мази есть. И кетонал, и диклофенак, и чего только нету. Ничего не помогает. Софику натаскалась, у меня левая рука прям отстегивается. Ничего не помогает, чем только не мажу. Стельки антибактериальные. Ну, вот это вот на всякий случай. Я люблю их постоянно менять. Взяла и такие. Это детям. Сейчас они будут ванну принимать. Взяла. У нас одна там осталась, они в бой. Кто из них будет душ принимать, ванну, вернее, с бомбочками? По 109 последний раз покупала, тут нашла по 69, взяла побольше. Ну и хлеб. Хлеб такой, секой, и булочки. Тут с сгущенкой и московские, и помидоры. Я, наверное, сегодня буду готовить мясо по-французски. Или с чистого мяса, ну, в смысле, что, свинина, или с чего, или из курицы. Из курицы. Удобно, сейчас все приготовлю и в духовку заправлю. Ну все, вот такие у нас покупки. София, ну-ка покажись. Ой, какая красивая. Это Томочки на платье. Вспомнила, что Тома в садик ходила в нем. У Софики деньги, говорю, вообще платьев нет, надо ей купить платьишко. А перебрала. 3 или 4 платья нашла, которые вот сейчас носить, и на лето даже там маленького великовато, которые сейчас... Юбочки, которые ты мне давала, это клетчатая красная. Все понаходила, думаю, ничего покупали не буду, вот какие платья хорошие. Ну, вот это вообще она и тоненькая, хэбэшечка. Это Томина, Тома в нем все любила ходить. Да. Ну. Сейчас Господи, а ты что лицо, ребенок весь изрисованный? У нас одежда, ну, из поколения в поколение. Ну, с поколения в поколение, да. А, ну, я в основном все вещи, я все поотдавала, все. Но некоторые мне было жалко, и я оставила. Ну, вот, а что, видишь? Там где-то еще сарафанчик, по-моему, черненький есть твой. Да, да, да. Это еще твой. Давай на телефон, вкусняшки, и тут деньги. Голубо-зеленое платьишко летнее прям такое, тоже Томина ты мне отдавала. Потом зеленое с коричневым, там много, я 3 или 4 платья достала. И 2 или 3 еще большеватые убрала подальше. А сейчас у нас тоже сколько платьев. Хорошее платье я вообще ничего отдавать не буду. О, уже успела тут все по... Тут, по-моему... Вот это вот еще это Женя на Саше красиво. Томи, оно это. Вот таких 2 было. Одно где-то я уже отдала кому-то. Такие вот платьишки. Вот тоже красиво. Это которое Ленка дарила? Нет, это мы покупали. Вот тоже один раз одела.
Это вот на Новый год покупали, это тоже новогодние. Хорошие-то вещи все равно все останутся. Вот сейчас Томми тоже. Я там тоже собрала это. Красиво. Тоже собрала за фикины вещи. У нас же все вещи хорошие. Мы куда к платьям повесить? Все в хороших магазинах не покупали. Смотри, вот мое. Носить только некуда. Да не лезь, так лей. Женя, переодевайся. Все, я поехала за смесью и спать. Да. Как тебя мамка отмывать будет, скажи мне, а? Как отмывать будет, мамка? Нет, не надо. Дима, садись с ними рядышком, как раз София рядышком посидишь. Ну как пельмени, дети? Они стоят всего 275 рублей за килограмм. Чё? Кетчуп. И мам, говядина индюшатина. Мам, зови граф. Тебе не нравится, что ли? Нет, надо... А где Саша, вот ее порция? Мы индюка едим. Индюка. Да, индюка. Это нам с папкой варится. Индюка. Просто не хватило нам одной посудины на всю семью. Ешь. Молодец. Индюка ни разу не видела. Индюка же птица, да? Индюшатина очень даже вкусная. Так что ешь. Вот смешное. Все, приятного аппетита, дети. Дим, потом, если хочешь, там добавки себе сделаешь. Смотрите, Василий Владимирович идет. Добытчик наш, добытчик. Это что? Это что, мам? Это Валберис. Очередной. Вот эти мерились, между прочим, там дешевле, на 500 рублей. А это пришли полочки. Одна Дарине, одна Васе. Дарине в комнату, вы потом посмотрите, она должна быть, ну, не такая белая, как эта. Вот сюда я измерила вот это расстояние. Вот сюда, книжки ее, чтобы складывать. А то они у нее вот здесь вот, и некоторые не помещаются. В общем, вот здесь вот будет полочка. Софика так спать и не легла. А вторая полочка небольшая. Ой, одевается тут маленькая девочка. Сейчас Вася с Димой пойдут автоклавом заниматься. А Вася вот сюда. Потому что у него, он, видите, все на окне. Мне так не нравится. Я говорю, вот повесишь себе полку и будешь там складывать. Ноутбук Настин. Ответа пока нам так и не пришло с поддержки. Тетя Вася жир тут снимает. Это я покупала косточки чисто на борщ. Немножко. Но почему-то косточки дороже, да, чем само мясо. Косточки по 315, по-моему. Или 310. А мясо само 290. Сейчас разделаемся с мясом. И наконец-то займемся автоклавом. А? Да. Я уже зрителям пятый раз говорю. София Дмитриевна. Он хороший робот. Вот эти хорошие рвутся. Где ты купила такие? А, в этом, на оптовом рынке. Вот мы покупаем в Пятерочке, ну, вот такие, они вообще рвутся, понятно? Рвется, вот это все рвется, тут все рвется. Надо, кстати, на оптовый рынок поехать. У меня уже все заканчивается. Я вот тут только успеваю таскать чай, кофе, масло растительное. Там уже практически ничего не осталось. В общем, дорогие мои, похоже... А вот этот вот обзор малиновки вот этой у нас будет отдельным видео. А или просто я его впереди поставлю. В общем, посмотрим. А мы решили тут кофе попить. Почему долго у нас получилось обзор? Потому что
собирать его надо было. И, ну, все равно и первый раз делаем. Mm-hmm. Вообще, сказала Настя и папка, что очень удобно, что все можно. И варенье, и компоты. Все туда помещать. Борщевые заправки, можно вот эти вот салаты. Помнишь, ты как-то делала с огурцов маринованных? Тоже можно. Грибы. Грибы. Хорошая, хорошая очень вещь. Грибы собирала. Как ты хотеть? Плакала сейчас. Кинула в Сашу полотенце, она ее попросила, полотенце в ванну упало. Давай реветь. Молока налить тебе? Она же уже ответила, мам. Подремала полчаса, видите, как она? Что такое? Буль-буль повезет. Иди, маме, иди, моя девочка, иди. Ну. Дим, ты, наверное, воду налил бы. Там воды совсем нет. А, полная? Мне показалось, что совсем мало. А телефон? Где телефон ее? Я ее утром. Томочка с ними уезжает. Ну все, сейчас папа на ручки возьмет. Сейчас. Ну все, машите пока. Маши пока, доча. Бабе, помаши пока. Бабе, вот туда. Ну все, не хочет, она поспала немножко. Так, а у нас жизнь продолжается. Наш автоклав остывает. Вот он остынет до 40 градусов. Видите, пока 90. Нельзя его сейчас трогать. Это по технике безопасности, пока не остынет до 90. А я по-быстренькому прям картошку потушила с мясом. Все хорошо уже поужинали. Ну, кроме нас с Васей. Поэтому никто не голодный. А завтра к нам должны приехать кондиционер устанавливать. Сейчас это... Дайте мне ручку. Ага. Ручку. Давай я ручку об эту за команду запишу. А дед Тома с нами едет? Няня едет с нами. Ой, она другую няню хочет, Сашу. Ну, Саша повела. Саша не может, София. Саша завтра в школу. Такая раз взяла такая Сашу, повела. Давай тебе рюкзачок оденем. Будешь? На. Ну. Вот. Все. Вот, молодец. Угу. Ай, красиво. Папа, мама, дай телефон. Сейчас, Томочка, я тебе дам один. У нас вечер. Девчонки собираются пить чай. Что-то у нас тут как-то мне не нравится. Надо все прибрать. И мне помой, пожалуйста. Что, кружек не хватает? А что, там нету кружек? А я уже помыла. А после грязно. А деловая такая, Саш, помой мне тоже. Саша, ты что, не можешь помыть? Я уже, Жень, помыла. Грязно. Ты уже помыла? Вот, не люблю, когда вот тут все грязно. Ну ладно, сейчас дети попьют, и все-таки приберемся. Тут остатки выносили. Пусть пока так стоит, чай попьют, ребятишки. Вы знаете, мы хотели снять, что у нас получилось, но там температура еще 79. По-хорошему можно было бы снять воду, слить воду, и он бы остыл. Но так как у нас, видите, он на низу стоит, мы решили не трогать. Пусть стоит, пусть хорошенько остывает, мы завтра с вами покажем, какая у нас тушенка получилась. А сейчас мы будем с вами прощаться. Потому что время уже 9, сейчас девчонки попьют чай, повторят свои стихи. А мне его надо повторить, я Ну и все. Да и идем общаться. Сюда можешь положить. А тут кофе. Ну давай вот так выйдем, я потом запарю себе и все. Пойдет, я сюда лимончика потом добавлю. Девчонки сильно крепкие не пьют, а я потом за ними допиваю. Ну все, пока. Подожди, Дарина подождать, сейчас она обидится. Всем пока. Дарина не обидится. Всем пока. Так, дорогие мои, НПС называется. Остыл наш автоклав. Там еще вода. Завтра. Вот такая у нас тушенка получилась. Смотрите, как хорошо.
она еще потом остынет, конечно, и станет такая желеобразная. А сейчас она пока гречневатая. Вот такие они. Красота. И, конечно же, в дальнейшем мы будем использовать этот автоклав Smart Chef для того, чтобы заготавливать салаты, например, варенье и все остальное. Не варенье, а консервированную ягоду. Ну, это все равно, что варенье. Может. Нет, варенье варится, а тут просто... Но все равно будет вариться. Для меня это так. В общем, красота неописуемая. Тем более, что мне там делать ничего не пришлось. Вот такая красота.